Вот такая у нас тут типа столовой. На 7-м этаже. Вот тут у нас Саджан делает рис. Две таких плитки. В общем, мыть посуду. Хранение продуктов. Второй. За сюда не заглядывал. Второй холодильник. Саджан что-то тут порядок наводит. Вот чайник, микроволновка. Тут он капусту вчера готовил для Себа. Кулер чинит, починяет. Это я тут покушал, чай пью. Еще какие-то две печки, гладильная доска. А погода вот такая сегодня. Дождик. Корейцы капусту куда-то занесли в помещение. Заквашенную, ферментированную, это, кстати, кимчи. Вот такая красота. Пойду учить корейский язык. It's a lift. Седьмого едем на первый. Правило Кашиона. Выезд за 12, не курить, не входить, не бросать, мусор выбрасывать, соблюдайте порядок. Красота. Это улица у нас. Какой-то тренажер. Это сушильные машинки. Сушильные машинки за денежку сушат кулер. А стиральная машина где-то на последнем этаже. Вот так. Да и поднимаемся на второй. На второй мы поднимаемся. Обязательно надо обувь